Югорчанам разрешили больше шуметь в будни. Речь о ремонте. Сегодня на заседании регионального оперштаба губернатор Наталья Комарова сообщила, что теперь жители округа могут проводить строительные работы, которые сопровождаются повышенной громкостью в рабочие дни. С 9 до 13 и с 15 до 19 часов. Такое решение приняли благодаря обращениям югорчан. Те, кто работают удаленно, часто жаловались на шум. Окружной департамент труда и занятости провел анализ и установил, что сейчас дистанционно работают всего 5% граждан. Это около 29 тысяч человек.